Шоу «Геи Радзе» всегда дарят зрителям массу впечатлений. Наряду с классическими цирковыми жанрами в программах представлена поистине королевская роскошь. Эксклюзивные костюмы, профессиональный балет, эффектное световое и звуковое оформление и, конечно же, лучшие артисты. И на этот раз на Сочинской арене уникальное шоу с участием нового коллектива артистов и множества животных. Обезьяны в этом спектакле, верблюды, собаки, олени, лисы, очень много животных. Также у нас колоссальное количество цирковых жанров, тех, которых не всегда вы увидели в моих спектаклях, но они уже сделаны под спектакль. Это групповые номера, акробаты на мачтах, воздушные гимнасты, групповой номер «Ринские колеса», который вы увидите также в том числе в этом коллективе. И нусики, морковочку девочка хочет, на мой маленький. В основе программы аттракцион с участием этих трех больших пузатиков. 8-летние Аида, Яна и Злата приехали из Израиля. У Златы недавно появилась еще одна кличка – Сундук. Дело в том, что этот бегемот оказался самцом, но на дрессуру это никак не влияет. Главная задача, говорит народный артист России Тофик Ахундов, побороть своенравный характер этих тяжеловесов. И ему, единственному в мире, удалось это сделать и не просто выходить на манеж с группой бегемотов, а показывать уникальные трюки. Головой отбивает мяч, там, ногой отбивает мяч, делает пирамиду из бегемотов, делает чехарду через бегемота, танцует, вальсирует. Пируэты делает, пируэты вообще, вот она весит 1,5 тонны, вот та девочка. Она крутит 3 пируэта. Вообще в истории циркового искусства мирового никогда в жизни никто из бегемотов с такой, тем более, массой не было. Но не только бегемоты привлекут внимание зрителей в новом шоу. На манеже станцуют собаки под руководством Екатерины Запашной. Караваном пройдут верблюды под управлением Константина Растегаева. А «Знойное лето» остудит зимняя сказка с участием артистов Татьяны Сидоренко и Николая Исаева. С ними на сцену выйдут бурые лисы, русские борзые и олени. Премьера уникального шоу «Гиппопотамус» состоится 16 июля в 16 часов. Волшебный экзотический мир в сочинском цирке будет представлен по 27 августа. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.